Ну вот это вот место я пройду пешком. Зачем? Есть какие-то разумные пределы. Я не в том плане, что мне велик жалко или что-то еще. Просто мне самому это не в кайф. Даже вот остатки дороги какой-то тут была. А, так вот, и Надюха тут это пыталась себя побраситушкой выставить. Я говорю, не, ребятки, это вопрос приоритетов. Кому велик нужен, тот просто отказывает себе в чем-то еще и покупает то, что ему нужно. Да и, скажем так, как красиво, а? Так, а тут уже несколько дорожек пошло расслоение. Так, у нас тут ориентирование на местности. Вот туда нам. И там потом на перекрестке направо. Ну, поехали по глинам. Да. Да, тут катают вообще, вон тут просто все испещрено. Оф. Короче, нам вот сюда. А, ну так все понятно. Теперь уже все понятно. Вон море. Ходить, не переходить. Да, вот этот вот красновато-коричневый цвет, он настолько приятный. О, это что-то невероятное. Да, сигналь GPS пердида. Тут уже нам сигналь GPS сильно и не нужен. Тут уже понятно, что вниз. Да, вот то, что на кросс-кантрийном велосипеде, это вообще не в напряг. Здесь, скажем так, нужно немножечко бдить. Не, к тормозам у меня претензий вообще нету. Я вон четко контролирую, прямо как вот чувствую, когда срыв, когда не срыв. Колодки здесь стоят полуметалл. Поэтому перегреть я их сильно не боюсь, но периодически ручку отпускаю.
нам идти где-то 3 километра еще, там потом какая-то развилочка будет. Ого! Ничего себе! Ребятки, на таком джипе вообще на изях. Спокойно. Красота. Ола! Си? Что? No, 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 no. Es endurance. Híbrida, híbrida. Sí. Endurance. Okay. Bye. Ну, на джипе-то. Джип, кстати, вообще на колесах, на самых простых. Ну, небольшие, никакие, вообще, ну, просто. И спокойно ездить здесь. Ну, я вам скажу так. Надо помнить, что у него 2 моста и все 3 принудительные блокировки. То есть, как бы, да. Да, на кросс-контринечке здесь бы вообще отлично бы шло. Сидушку приопустить 2 ручками за руль, вилочка работает, и 2 тормозами задом пока, чтобы он не буксовал, а передом придерживаешь. Все. Я проехал 50 метров. Вот в прямом смысле. Мне интересно, сюда мне или нет. Блин, это мандарины. Мне или нет? Ну сюда ж, наверное. Куда ж тут еще ехать-то? Вот люди же здесь. Да, вон тут на великах следов пачками. И все. Красивый асфальт. Сколько тут? 2.34. Всего-навсего было красивой глиняной дорожки. А дальше все снова асфальтец. Мне кажется, что больше ничего и не надо. Ладно, ладно, Леша, ладно, спокойно. И поле для игры в питанг. Вот прямо возле дома. Дорожка такая, я все равно задним придерживаю. Ничего себе, человек на горку, на спешике. Красота. Никаких рекордов. Просто оп, подкрутили и покатили. Я стрёмненько по вот такой вот, по вот такому асфальту с присыпкой такой гнать. Прямо вот стрёмненько, да. Еще и на шинах надутых до 4,5. Если даже куда-то не туда, это начало приключений. Кто-то, блин, такие матрасы ищет или в кемпер, или куда-то спать вообще. Вон, отличный поролоновый матрас, не пропуканный, ничего, твердый, офигенский. Вот, готовое, просто бери в машину, бросай, и можно спать. Да, дорожка
стрёмненько. Я имею в виду в плане того, что она такая и с ямками, и в крошечке. Правильно сделал, что на горку поехал. Там вон трактор расчищает дорогу, как-то окультуривает ее вон чем-то. Подстригает, что ли? Мне кажется, что он пока что только больше пыли наводит. Дед что-то... Вот он проехал, у него пышек такой же, ну, каэритера, ну, руль обычный. И он что такое? Би! Он что такое? Би! Бьен, ола, буэнос, диас. Что, вы как-то разговариваете, блин, друзья, ну... По мне же должно быть видно, что я не... А, стрижет, во. Я точно перед вот таким спуском посмотрел, сюда ли нам. И сейчас нам на перекрестке направо. Налево, Изкьерда, господи. Налево. Он сама мне, вон она говорит, она как слышит меня. Хотя на самом деле мы, кстати, можем поехать отсюда и направо. Просто я хочу именно приехать отсюда в Пузол. Все понятно, мы вот эту гору объезжаем. Сейчас вот так вот, чик, и уже вниз к Пузолу. Ой, я думал, грунт будет, а тут просто кусок. Да, в своей массе испанцы живут скромно. То есть это просто простой какой-то дом. И все. И сад, и как бы... И больше им ничего и не надо, и это отлично. Вон, камин есть. Все. Что еще нужно? Здесь похоже на какой-то карьер, что ли. Ну вот. Пожалуйста, домик просто стоит. Ну, загорожен, никто, значит, им не пользуется. Тут столько пыли, а? Понятно, что. Вот это он дает тут жизни. Мама, не горюй. Фу. Нам направо здесь. Слава яйцам. А, он там расчищает что-то. Вот это да. Да, что-то я сегодня вкусных апельсинов не поел. Ну, не зеленые там, где я езжу. Что я могу поделать? Цепь что-то экономно промазал. Ну так, просто по одному разу капнул на каждое звено. И все. Мало, вот сколько уже там. 80 км. Какой 80? Вчера 40. И сейчас, ну сколько там? 25,8. 30. Ну да. К 80 она уже как-то так брынчит. Нужно чуть побольше. Или почаще мазать. Что у меня было, я жирно ее намазал, ее где-то километров на 250 хватило. И то она не начала свистеть, я ее просто перемазал, даже больше где-то. Но никакого масла. Никакого масла вообще. Так, здесь же мы уже никуда не сворачиваем. Против ветра на горку. Опля. Фух.
простите, но здесь уже мы немножечко подскинем. То есть велик я вообще не держу, просто я на нем стою на цыпочках и держу его ногами за седло. Все. Потому что если начать его держать, все, это сразу вылет. Тут что, ЖД переезд или это просто так? А, это какая-то зона резиденций. Просто поселочек. Понятно. Сигналить нельзя. Быстро ехать нельзя. Все чисто, красиво. Ну, домики видно, да? Какие? То есть ничего сверхъестественного здесь вы не увидите. За очень редким исключением. Альфинах, Альфинач. А, все въезды и выезды, все, кто въезжает и все, кто выезжает, камера стоит. Прикольненько. Но это же драминя или нет? Я думаю, что это драминя. Господи, Ваня, когда говорит, это драминя, и сейчас вот я ему звонил, он тоже. Боже, как это мило смотрится, а? Господи. Ты посмотри-ка, а? В седле. Молодец. Ну все. Вот мы и в Пузоле. Так, только... А, я понял. Нам чуть-чуть бы к берегу. Да, где-то здесь налево нам нужно будет. Так, а куда бы нам... Куда бы нам лучше? Вот сюда, наверное, что ли? Какую-то жопу Алексей Юрьевич тянет, а? Ну, в эту сторону нам точно. Или мы не доехали еще? Что-то я не могу понять. Зато два кемпера уже увидели. Ну почти, ну насколько тут я промахнулся, на 200 метров. Чуть-чуть я как-то запромахнулся. Эх, Алексей Юрьевич. Вот же мост этот. Ну выехал на один выезд позже. Это вообще красота, еще и терраса наверху целая, огромная. О, там колючка такая, о, я покажу сейчас. Вот я еду, да, и вот представьте себе, вот такая штуковина прямо возле дороги, во. Пута мадре. Вообще. То есть, ну вот, ногу проткнуть может, что-то проткнуть вообще легко. Вот, размеры. Она острая вообще. Вот это да! Опачки. И вон она, наша рута. А там вот идет ЖД-ха. Вот ее видно.
И за ней там буквально еще можно прострелить и пляжи. Все. Просто можно теперь крутить, о чем-то о своем подумать. И выключить, кстати, сигналь GPS. Я что-то еду, завтыкал вообще. Потом вспомнил, что у нас же влог. Позвонил Рома. Говорит, давай, говорит, как будешь дома, набирай, есть разговор. Я говорю, блин, да я могу и вне дома. Он, нет, 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 чтобы ты в спокойной обстановке. Я говорю, блин, Рома, да я здесь себя чувствую более комфортно и более спокойно. И вообще, вот я понял, почему испанцы, они дома только спят. И все. Остальное все время они проводят на улице. Вот этот кусочек, вот этой вот круговой дороги. Мы сейчас здесь, а мы с вами его увидели вот тут вот, на пересечении с CV-315. Это утиный рай этот. Ну тут и чайки, тут все. В тени, кстати, по ветру очень прохладно. Какая прелесть, а? Так вот, в тени по ветру очень прохладно. Прямо вообще. Странно, вот они живут, они не боятся, что какой-то пожар будет. И здесь это можно. Просто у нас сейчас уже все. У нас сейчас за такое, как мне сказал Рома, от уха до уха. Так вот, в тени очень прохладно. Ну, когда быстро, вот я ехал только что по тенечку, где-то там 22-25, и прямо прохладно вообще. Так, мне бы вообще-то домой, мне бы вообще-то... Вообще-то мне бы... Да... Фу, какой-то рыганью воняет всю дорогу. Вообще ужасной, просто ужасной. Такой, как прокисшими, вонючими, сгнившими апельсинами. Уф, ужас. Мне так до дома ближе. Не, ну в таком месте такой дом, это вообще, это... Самый центр города, еще и своя земля, еще и